У Гомелі працює унікальний для білорусів учебний кінологічний центр. У ім займаються школьники. Многі приходять на занятки со своїми гадаванцями. А ті, у кого їх нема, працюють з учебними живьолами. Занятки наведала наш кореспондент Вероніка Гамзюкова. Навучальний центр по кінології для дітей і молоді відкрився у Гомелі гетим літом. Проєкт реалізується обласним клубом спортивного і декоративного собаководства разом з головним управлінням едукації облвиконкама. Ідея його запуску існувала давно. Раніше на протягу 5 років дети занимались с собаками у непристосованных для этого умовах. Однако теперь у их распоряжении кабинет для теоретичных занятков, а так само фото и грум-зона, где специалисты проводят майстер-классы. У перспективе плануется обсталявание в учебно-тренировочной пляцовке для практичных занятков на стадионе «Промень». Зараз наведывальники центра працуют на этой пляцовке. Тут яны спостигают не только основы дрессировки, але и знакомятся с такими дисциплинами собаководства, как аджилити и фрисби. Однако головной мэтой за стається навучить дітей керувати своїм собакам. Для гэтага дзеці і падлеткі приходять сюди з уласнымі гадаванцамі. Тым, у кого собакі няма, у адукацыйным працэсе дапамагаюць вучэбна-трэніровачныя жывёлы клуба спартыўнага і дэкаратыўнага сабакаводства. Немецкія аўчаркі, лабрадоры і ретрывер. Учебная программа предугледживает знакомство с профессиями у галине кинологии. Объединение працуе у тесном супрацовництве с кинологичными службами областного управления департамента аховы Министерства внутренних справ и Гомельской мытни. Регулярно школьники наведывают с экскурсиями годовальники. Некоторые с подлетков упэўнены, что уже вызначились с будущей профессией. Я очень хочу стать кинологом и где-то нибудь служить. Либо пограничная ВСК, либо таможенная служба, либо МВД, МЧС. Мне не важно, мне просто нравится работать с собаками. А для обычных людей считаю, что это очень важно, потому что для человека, который хочет завести собаку, нужно знать какие-то определенные моменты, чтобы научить собаку первоначально делать что-то правильно, либо потом, чтобы потом не переучивать. У программе навучання закладены принцип «Ровный навучая ровного». У основы собаководства початковца присвячая керовник Гомельского областного спортивного клуба и декоративного собаководства Алексей Хмельов. Затем до навучання приступают старейшие хлопцы и девчонки, которые уже не один год працуют с собаками. До речи, после подрыхтовки дети могут удельничать со своими собаками у выставах и споборництвах кинологов. Мы единственные, кто первый вел кинологию в систему доп. Образования для детей и молодежи. И вот хотелось бы дальше это развивать, чтобы у детей была возможность иметь профориентацию, чтобы в дальнейшем они могли служить как в силовых структурах, так и в гражданских структурах, связанных с кинологией, с ветеринарией. Средний возраст – это 12-13 лет, но это не говорит о том, что ребенок 8-9 лет не может прийти, либо более старший, 15-16. Было бы желание, главное желание, а уже информация будет подана на том уровне возрастном, в котором возрасте ребенок придет. Харчевание для живел, послуги ветеринара и аренда пляцовки оплачиваются с членских взносов клуба спортивного и декоративного собаководства. Навучание у кинологичном центре – бесплатное. Долучиться до команды можно в любой час, как подлеткам, так и молоди в возрасте до 31 года. Запись на занятки ведется навод у социальных сетках. Вероника Гамзюкова, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».